Сегодня 31 июля, 9:10. Мы утром и готовы двинуть с нашей стоянки. Вчера такая ветреная погода была, под вечер немножко затишье было, но дождя не было. Сегодня утром вроде бы и солнышко было, я проснулся от того, что в палатке было жарко и солнечно. Потом набежали облачка, стал накрапывать дождик, покапает или прекращается. Ну так, сильно пока не лил, мы вот сухие еще, но уже влажность. Место мы вчера вообще выбрали спонтанно, потому что что-то темный еловый лес мне не очень понравился. Туда дальше мы уже решили не плыть. Там дальше еще были варианты, уже было темновато и спать хотелось, устали все собаки. Володя ловит. Наши готовые лодки стоят. Вот такое у нас место было для стоянки. Вот там вот мы на камешках встали. Мало дров очень, такие кусты, что не богатые дровами, в основном топили плавником. Выдвигаемся. Так, ну для истории покажу, где мы были. Я надеюсь, будет видно тут координаты нашего места. Карта сама, где мы находились, где сейчас находимся. Так, все, я думаю, надо ехать. Вот такая живописная круча нам, песчаная, глиняная, открывается. Дождик еще идет, достаточно крупные капли. Поэтому я камеру накрыл вот таким мешочком из старого плаща сделанным. Постараюсь меньше ее вынимать, но вот такой вид я не мог не заснять. Очень красиво. Река. А? Что, старица? Что там? Нифига не понял. Ну, тряпочка привязана. Вот. Такой вид красивый. Река изгибами идет такими, петляет, как заяц. Володя что-то кричал, вот здесь старицу он увидел. Там еще тряпочка какая-то яркая привязана. Непонятно зачем. А здесь лесок, или какая-то вот тропинка, или не тропинка, что-то такое. Да я не слышу ничего, Вов, бесполезно говорить. Я хотел спросить, ставится там или нет. А хрен ее знает. Тут сейчас везде сплошные старицы будут. То тут, то там дальше еще будет. Ну, наверное. Там веревочка, видишь, привязана. А вон какая-то то ли дорога, то ли просека какая-то, непонятно. Наконец-то вроде немножко дождик закончился. А то он так вроде не сильный был. Ну, переменной силы дождик был. Я камеру сначала чехлом накрывал, а потом как дождик припустил, я ее совсем убрал в сумку. В общем, не доставал. Ну, что-то половили, я даже две или три штучки поймал, такие хорошие. Ну, на полкило. Ну, грамм 350. Один тоже там 400-350. Сейчас третьи наши соседи из Сосногорска, они вот там в лесочке. Балок такой покосившийся стоит. Они, наверное, отдыхают там. Так, а здесь такая вот местность прикольная. Вот сейчас глубина и течение возникло. То была глубина без течения. Тут появилось течение, я решил бросить. Тут пошли какие-то гигантские камни. Сейчас закинем. Что-нибудь. Я просто во все стороны бросаю камеру. Не успею повернуть каждый раз в разные стороны. Уже не буду ее трогать. Пусть стоит, как стоит. Так, я сейчас развернусь, покажу местность. Потому что большую старицу такую проплыли. Ну, я к ним не питаю слабости, поэтому внимание оставил. Вот, правый высоченный берег.
там лес такой красивый стоит. А здесь глина с песком. Чтобы показать его вверх, наверное, придется вот так сделать. Вот. Откинуться на спинку стула. Я к самому берегу подъехал. Блин, смазал уключенным силиконовым маслом. Они стали теперь хрюкать. Огромные каменюки. Непонятно, откуда каменюки, потому что глина идет. Откуда камни в воде, непонятно. Володя плывет. Видишь, рано выплыли с утра, рано стали на обед. Так что, как говорится, палка о двух концах. К сожалению, все время шел дождик, так с перерывами, правда, но шел. Дождик все это время. Ветерикатов таких особо не было, на которых можно было половить. Встретили наших соседей с Сосногорска, которые едут. Но я с лодки половил, вот немножко, вот за сегодняшнее утро, до обеда я наловил много рыбы, сейчас буду солить ее. Сейчас еще нужно найти соль. Тоже просорялся. Быстрая вставочка прямо со сплава, свежие новости. Мы ехали и приехали на это место, и здесь половили хороших крупных хариусов. Володя поймал на кило 200 с чем-то, там 280, я на кило 40 поймал, еще на 800 грамм, вот на этом самом месте. И мы решили немножко, у меня килограммовый хариус поломал кончик удочки. Ну, вернее, он спровоцировал, чтобы поломал его я. Сейчас придется заменить удочку. У меня есть запасная. Мы остановились на обед, пообедали. И все время, пока обедали, шел вот этот мелкий противный дождик. Вот он шелестит. Я камеру убирал. Сейчас я ее опять спрячу. Камера у меня едет вот в этой сумке-багажнике, которая сейчас почему-то открыта, а дождик усиливается. Там же едет фотик, там кое-что. Вот я сейчас на минутку достал эту камеру. Мы сейчас собираемся. И еще здесь половим немного, а потом поедем дальше. Камеру я, конечно, уберу, я не буду тут снимать. Ни в дороге, ни ловлю, потому что дождик идет непрерывно почти. Делается пауза там на 10 минут, а потом снова начинает сыпать вот такая мелкая хрень. Ну вот сверху лежат результаты наших усилий. Вот этот, вот, по-моему, покрупнее, что ли, килограммовый. И вот этот, короче говоря, мы мокрые, но немножко заправились, сейчас будет полегче, все, пока. После обеда дождь продолжал идти, с каждым часом все прибавляя в силе. В какой-то момент я спохватился и надел плащ, и из-под его капюшона иногда осмеливался делать фото на телефон. Хариус ловился, но в основном не крупный. Мы его выпускали прямо в лодку, где, как в бассейне, плескалась вода, уровень которой порой доходил почти до щиколотки. Природа вокруг спряталась за пеленой дождя, и в лодке у меня между ног
носились несколько хариусов. Глядя, как они резвятся, взор мой наполнялся усладой, и я ни за что не хотел выливать из лодки воду. До вечера прошли несколько перекатов. На одном из них Володя поймал довольно крупного окуня. Высокие берега сжали реку с обеих сторон, образуя на ней длинный тягун, где наконец-то стал брать крупный хариус. Тем временем стало темнее, и пора было подыскивать место для стоянки, тем более, что по сторонам на холмах раскинулись дивные луга. То есть низкорослая травянистая тундра с живописными березовыми лесочками и ручьями. Но, как говорилось в одной басне, видит око, да обрывистые берега мешают причалить. Так и плыли, пока на левом берегу не подвернулся небольшой песчаный пляж, довольно круто спускавшийся к воде. И лишь на самой границе песка и кустов, на фоне красивых елей, отыскалось ровное местечко для двух палаток. По-военному быстро под струями дождя установили палатки, и промокшие и холодные принялись жарить рыбу и согреваться внутренне. Ну вот, наступило утро 1 августа. Что хочу сказать про вчерашний день. Вчерашний день, почти весь день, с утра, когда мы собирали палатки, начал идти такой мелкий небольшой дождик. Но дождик был с перерывами. Все-таки палатки мы собрали, даже, в общем-то, все вещи были сухие на тот момент, на момент сборов. Все удачно было, плыли, но дождик нас преследовал периодически. Тучки находило, было пасмурно, набегали тучки, проливался дождик. Обед нам удалось, промежуток между дождиками поймать, мы пообедали. Перед обедом мы хорошо на одном перекатике поймали, прям такие хорошие экземпляры. Я на 40 кг поймал, до этого там на 800, на 600 грамм ловил еще рыбу. По 500 грамм уже несколько раз поймал. Вот Володя поймал сначала рекордного на 200 кг с чем-то, а позже вот здесь уже, после обеда, когда мы поехали, что-то на том месте клевать перестало, и мы поехали дальше. И вот здесь тоже был хороший тягун, но пристать мы не смогли, потому что берега были крутые. Я сейчас покажу, какие здесь берега. Вот. И задержаться мы не смогли, и шел, мы после ливня были мокрые насквозь все. Володя сильнее был, он плащ позже надел. Я в плаще, но все равно влажный, мокрый все было. Рюкзаки мои, слава богу, рюкзак и сумка ПВХ, они все выдержали. И чехол самодельный для коврика выдержал все. То есть у меня вещи все были, в общем-то, сухие внутри. Вот, это мне очень сильно помогло. Когда мы приплыли, становились, ну, почти что под дождем. Вернее, был маленькая пауза, была там минут, наверное, 10, мы успели, только успел палатку поставить первую, и тут же пошел дождик, успел только тент накинуть и все забросить в палатку, поэтому почти ничего не намокло. Ну, опять же, прохладно было, конденсат выпадал, у меня камера и фотик, все было в таком конденсате, и снимать я не мог. Я просто не хотел даже включать, все это мокрое было, работа. Телефон у меня в кармане сам там переключался. Я уж молчу про камеры и прочую аппаратуру. Вот. И под дождем мы на газу приготовили, все дрова сырые были. Костер мы даже не пытались сжечь, хотя вот там ельник есть. Можно было бы попытаться, но мы не стали заморачиваться, мы были усталые. Просто поставили газ. Быстренько две сковороды хариуса, вот то, что мелочь нам попадалось, которую мы не выпустили, с порванными губами, там все это. Володя еще до этого там пораньше поймал окуня такого хорошего, большого, больше, ну, такого грамм, наверное, на 300, на 400, крупный окунь хороший. Пожарили окуня, хариуса, две сковороды у нас вышло рыбы жареной. Мы наелись до отвала, посидели еще тут чайку попили, погоняли, тоже на газу приготовили. И мокрые, это все было под дождем, залезли в палатки, всю одежду, естественно, сняли, облачились в сухое свое спальное сменное белье. Отлично выспался, спал я прекрасно.
В общем-то, было сухо, немножко конденсат в палатке был, хотя палатка двуслойная. Комаров не было в палатке, все было круто. Ну вот. В общем, спали до почти 7 часов. Прекрасно и замечательно, выспались все. А с утра вышли, посмотрели, вроде пасмурно было. Хотели уже вставать, но начал накрапывать дождик. Мы еще на часок отложили, еще покемарили, что-то так полежали. И дождик прекратился, и мы выползли. Вот приготовили себе яичницу из этого, из порошка яичного, с колбаской пожарили. Чаек сделали, все приготовили. Там немножко бардак, я близко не буду снимать, потому что мы сейчас все в том, что-то выволокли сушиться, что-то там еще стол не убранный стоит, потому что сейчас подплывали наши сосногорские соседи, которыми мы делим кишпель в это время. Мы с ними постоянно встречаемся. То мы их обгоним, то они нас обгонят. Мы с ними вот сейчас поговорили, только что они поплыли, перекат шумный. Сейчас здесь станут, мы их тоже догонять будем. Сегодня вот утро буквально как, ну сколько, час, наверное, как распогодилось. Появилось небо синее. Тучки бегут, но вроде не, пока не дождевые. Дождевые уже пробежали. Вот, сейчас покажу место вот это офигительно красивое. Место. Мы вот на ту горочку, вот там ручей ржавый впадает такой. На ту горочку поднялись, там так красиво. Елочки, березочки, рощицы такие встречаются. Косогоры такие, ну красиво. Грибов не нашли. Я бы в таком месте, честное слово, домик поставил. И жил бы здесь, на такой реке. А берег, можно обратить внимание, берег, видите, какой для приставания на лодке, он не очень приспособлен. И нам негде было останавливаться. То есть оба берега были такие. И мы плыли. Собственно, ловили с лодок только. То, что с лодки поймали. Нигде. И заякориться что-то не получилось, потому что у меня камень выскользнул, а новый я не нашел. Нет крупных камней здесь, все мелкое такое. Тут оленьи следы. Вчера вечером походили, посмотрели. Следы человека видели размытые, и оленьи следы такие более-менее свежие. Здесь еловый лесок. Вот нашли площадочку, единственную, наверное, более-менее ровную, где две палатки уместились у нас. Такой наш лагерь. Флаг сразу поставили. Хорошее место, в общем-то, как оказалось. Сначала мы его не оценили. Перекат здесь есть, но он мелкий. Володя с утра поймал мелюзгу какую-то. Вот такие события у нас произошли за это время. Ну, сегодня, если сухо, постараюсь на камеру что-нибудь поснимать. Если батарейки живые. Батарейки за ночь я не заряжал, в палатке было сыро. Но они были заряжены, если будет все живое, значит, сниму немножко. Вот, пока это дело прекращаю, сейчас будем собираться и поедем потихоньку. Короче, собрались мы, отплываем. Время у нас 10:50. Так долго мы собирались, но еще сушились немного. Посушили вещи свои. Готово, поехали. Решили объехать перекат шумный, а после дождя разлилось все, и вот здесь вот подтопило все края. И вот здесь новый перекат шумный, как бы вторая его часть образовалась. Нихера себе, что-то понихало. Охренеть. Вроде проехал, да? Впоследствии. А встать-то негде, вот сюда только есть. Вот это перекат был. Это маленькая часть, там большой перекат с той стороны. К берегу, да? Там у нас островок, мы оплывали, я поздно камень. А сегодня у нас что, у нас 1 августа, да? А вот снежок лежит на берегу. Ну, 1 августа, скоро зима, зачем снег топить? Пусть он еще лежит, до следующей зимы долежит. Вот там белое пятнышко. Однако ветер еще, гад, мешается основательно. Причалили.
что-то берет. Мелкий. Мелкий шпингалет схватанул. Ну-ка, может, крупный шпингалет хватанет. Опа, что-то схватануло. Надо на берег выводить. Сейчас здесь мороки с ним будет. Вон он идет, вон. Идет. Выводим на берег. Опа. Есть, но небольшой. Сколько? Грамм 400. 450, наверное. Да ну, 400. 350, 400. Сейчас, погоди, друг. Этого мы берем. Наш размерчик. Такой подходящий. Такой вот где-то. Да что ты? Смотри, какая. Это воля к жизни-то какая. Нет, брат. Поедешь в Воркуту со мной в гости. Вот мы через эту проточку прошли и вышли к перекату Шумный. Там проток, это просто из-за дождя образовался, излишки воды сливаются. А вот сам перекат Шумный. Дальше там я, наверное, не пройду. Что-то как-то глубоковато, что ли. Да и песок по песку не ход. Вот здесь коса какая-то, может, возле косы пасется хариус. Никто тут не пасется. Вот на ту бы косу выйти, туда покидать. Тут песок топкий, интересно, не твердый. Ну такой. Ямка тут глубокая, где выпалы. Охота туда залазить. А ну вот, собственно, перекат Шумный. Начало. Мы вот чуть-чуть вот эта вот гора идет. Высокий берег. Он загибается так под 90, даже больше градусов. И мы там ночевали. Это мы вот этот перекатик проплывали, который прямо я поймал. Вот там вроде бы похоже на плес, но несет так сильно. Я рыбку поймал, пока ее выпутывал. Нас уже до сюда донесло. Я ничего не успел. Ни два раза забросить, ничего, с одного заброса все. Как вышло, так вышло. Вот здесь ямка какая-то. Если мы здесь ямку бросим, что будет? Наверное, ничего не будет. Ямка, да и ямка пустая, без ничто. Труба делаем. Ага, здесь-то мы были уже, как бы. Попробуем пройти сюда. Глубоко что-то. Как там на косу-то зайти, что-то я не понял. Непроходимо, что ли? Коса вот тут рядом, прям в кустах. Как мне ее туда влезть? Через кусты ломиться, что ли? Где-то вот здесь в кустах выход на косу. Надо она мне? Это коса. Перекат охота бросить.
Поэтому вот так вот я безбашенно продираюсь сюда и попал таки на эту косу. Сейчас узнаем, надо оно мне было или нет. Стоило оно того или не стоило. Попробуем, в перекате бросим. Рядом с перекатиком. Ничего. Прямо в перекат. Товарищи Хариусы, будьте сознательнее. Цепляйтесь согласно очереди. Нету. А рядом с перекатом тоже нету. Они же вот здесь. Нет вот этой рыбы. Или всю переловили и ушла куда-то. Пошли выбираться. Здесь-то выйдем, нет? Страшновато. Нет. Вполне себе вышли. Ёпти. Короче, вот что нам из-за поворота. Выехали мы из-за поворота. Здесь такой живописный высокий берег с лесом. И встречный северный ветер разгоняет нам такую вот волну. И мы катаемся на этих волнах, как заправские морские волки. О как! О как! Здесь тоже круче песчаной. А вот там один снежник скрылся за поворотом. А вот там снежник еще лежит с прошлого года. Скоро новый снег пойдет уже. А этот еще не растаял. Сначала хотели выйти полежать на снегу, но что-то подумали, у нас снега и так в жизни много очень. Во как, а! Оха! Как катаемся. Ну, гребем потихоньку. Не особо эффективно. Все, волны шикарные, как на Саби почти. Даже на Усе. Нет, ну на Усе тоже были. Во как, во как. Если боком. Если боком. Боком ветер меньше останавливает. Лодка даже на двух гребнях волн умещается, и дно провисает порой. Уключены бедные. Как крюкают, с люфтом такие собаки поставили. Что за уключены крюки? Бракоделы. И главное, пробовал снять, не снимается. Ничего, сейчас мы от ветра отвернем, может быть, или под берег спрячемся. Ну вот мы преодолели волны эти. Вон там этот снежный видно, который я показывал. Доплыли до очередной излучины. Тут река вот от нашей местной ночевки делала вот такой изгиб сюда. Дальше идет вон туда, тоже немножко загибается вправо, такой змейкой виляет. Вот, а здесь увидели тягун хороший, решили побросать.
Сейчас мы непосредственно этим и займемся. Сори за кривой разговор, потому что сигарету наконец-то в рот засуну. Не клюет, можно ехать дальше. С первого заброса сразу все ясно, говорю, не клюет. А что, нет, что ли? Если бы Духарио стоял, тут в момент бы взял. Да нет, ну я шучу, конечно, надо еще потом. А вдруг? Просто вроде харюсины. Должен любить такие вещи. Вода, правда, мутная стала, аж коричневая. Случилось этих красных, все натекло. Там вчера такой ржавый ручей мы посетили. Вода такая аж бурая. Хватил? Ты ж, мол, говоришь, он клюет. Кого-то там тащит. Давай посмотрим. Тащит. Хорошенький, да? Сколько там? Угу, ты еще попробуй поймаю. Черт, попробуй забрось. Черт, на эту сторону не удал. У самого берега, ты смотри, ну мелкий. Ну куда ты? Кто тебя спасает? Вот, шмырь. Вот пошел. Ага, не выберешься? Иди. Что-то непонятно. Должен быть харил здесь. Куда он делся? Опа, вот как. А вот он где, оказывается. Маленький, слушайте. Таких мы не берем. Вот слишком маленький. Иди сюда, иди. Иди к папочке, блин, сюда нахрен. Стоп. Ну это маленький. Вон, трясет. 350, наверное, 300. Ну, приятный. Ну, приятный. Черт, у меня села батарейка. У меня с батареями беда в этот раз получилась. Новое заказал, но они до сплава не успели прийти. Из-за аварии железнодорожной. Посылки где-то все там скопились, тормознулись, короче, бля. Вот, и у меня одна полудохлая, одна совсем дохлая, которую на 10 минут съемки хватает. И одна вот чуть-чуть получше, я надеюсь, что это вот эта, которую я сейчас поставил. И батарея, вырубилась камера из-за батареи. Я поймал грамм на 500 харюска такого. Как раз когда потухла камера, он и клюнул. Сейчас дойду до этого перекачка, пойду назад. То есть суммарно я уже трех поймал. На 450, на 300, 350. И там 450-500 где-то так на глаз. Не взвешивал их еще. Тут еще за камня блесну зацепить можно. Это факт. Сейчас вот за этот перекатик брошу и пойду назад.
Может быть, тут возле него кто-нибудь тусит. Такие случаи известны. А, это камни, камни. Полоска камней. Нет, ничего нет. Пошли обратно. Жарковатый денек, но жаркости не ломит, как известно. Вот вчера было сыро и холодно. Лучше пусть будет жарко. Комары обнаглились, все, мазь кончилась уже. Действие мази кончилось. Комары начали наглеть. Вот есть поклевочка, куда мы выводить, а вот сюда вестимо. Бережок высокий, он идет как-то боком. А, нет, нормально, опа, есть. Красавчик, видно? Видно. Только в речку не уходи обратно. Нам такие нужны, чуваки. Прекрати уже беситься. Истеричка. Опа. Тихо. Сейчас маленькая экзекуция будет. Это очень буйный товарищ. Вот такой, 300 грамм. Товарищ-то буйный оказался. Экзекуция просто необходима. А то он будет страдать. Собственного буйства. Встать можно. Руки склизкие каждый раз после хариусов. Хоть с собой тряпку носи. Важно. На этом что ли камешки я пойму? Первого своего или второго уже. О, клюет. Что-то не очень крупное, но это мелкий. Иди домой. Дойдешь сам? Дошел, молодец. Дошел до дома сам. Хорош. Будем шкирить рыбу и обедать. Да, я его спросил прямо. На червя у вас какая-то особенная снасть? Он так ушел быстренько, да. Ничего не сказал. Угу. Первое августа, 16:05. После обеда. На этой круче, вот здесь Толик у нас стоял на этих кочках. Очень. Там будут фоточки, оставлю потом видео. Фоточки, да, пополудни. Мы по-прежнему на этом перекате пообедали, немножечко выпили, расслабились, половили рыбки немного. Но после обеда что-то клев не пошел. Мы стали уже экспериментировать там со всякими балдами, с мушками и прочим. Но что-то не... Ну, Володя одного поймал там на 300 грамм где-то. Вот, а у меня ничего на балду не клевало, она это я не пробовал. Сейчас я еще с лодки побросаю, на перекат длинный достаточно, он почти до той скалы тянет тягун. Не скала, а то есть вот круче песчаная. Вот, я еще с лодки побросаю, может быть что-то поймаю. Ну, в общем-то, мы собираемся отъезжать. Моя лодка собрана.
Что, готов? Поехали. Все, мы выдвигаемся. По ходу дела постараюсь поснимать. У нас тут, вот если посмотреть панораму, видите, надвигаются облака. И тут облачность все затянуло. Не знаем, предвещает это дождь или нет. Будем смотреть. Но не хотелось бы. Мы только-только высохли с прошлого дождя. Ну, по крайней мере, пасмурно, и хотя бы руки не будут гореть. У меня уже красные, как у рака, все. Ага. Все, мы поехали. Тут кто-то только что плесканулся, и вот решили причалить и разведку сделать здесь, этого места. Немножко пасмурно стало. Затянуло небо, солнышко спряталось в печи. Ну, нам пофигу, лишь бы дождя не было, а то остальное-то ладно. Кто здесь? Кусты, что ли, какие-то? Что-то там такое. Что-то зацепилось, блесна. У меня нет. Ух ты, там плещется харис. Ну-ка, ну пойдем. Примерно туда и бросим, где он плещется. Я видел, где он. Чуть вот. Чуть дальше лодки. И еще подальше закинем. Вот так. Угу. А ну-ка давай-ка, ребята. Товарищи хариусы. Проявляйте сознательность. Люди к вам заехали очень далеко, чтобы вас половить. Да, кто-то дергал, но не взял. Такая, рывочек не очень сильный был. Значит, наверное, какой-то некрупный. Сейчас, он еще плещется, в округе расходится. Есть, что-то сидит. Видите, как изогнулось удилище, значит, но не очень крупный по весу чувствую. Что-то такое, мелочь какая-то, пузатая. Только в кусты не ходи. Ну, так я и думал. Таких мы отпускаем, и так пусть уходит. Мы таких не берем на кичпеле. Так, а потом так, опа. Ну, и поехали. Опа, кто-то что-то тянул. И бросил. Не бросил. Сидит. Секелек маленький. Маленький секелечечек. Вот такой вот. Вот такой секелек. Иди домой. Давай я тебя цеплю. Да не дергайся. Ой, господи, на три крючка-то. Ну ничего не повредил вроде себе. Ну кто ж так цепляется-то, боже мой, что ж ты за жадина такой? Иди, почти целая морда осталась. Заживет до свадьбы. Поехали дальше. Раз. Там умель тащит. Спасайся, кто может. Так, спасайся, кто может. А кто не может. Это перекат такой. Можно где пойти. Так, вернусь, покажу. Слушай, а балок где-то вот здесь. Где-то в этом лесу балок этот, по-моему. Сейчас пристать надо, посмотрим, сходим. А тут перекат, мы здесь снова побросаем. И перекат хороший здесь. Вон, прям перекат будем направо кидать, раз. Где рыба? Она не видно, глубоко достаточно. Да вот среди леса где-то здесь. Вот слева, где кусты вот эти. Сейчас я по карте гляну, можем сходить. Надо пристать куда-то к правому берегу. Ну, вообще якориться, наверное, хорошая идея была бы. Просто у меня что-то не получается. Я уже начинаю подумывать, может мне с дюраля какой-нибудь якорь сделать. И таскать. А что? Он весить будет, ну, килограмм.
А пользы целый вагон от него, смотри. Чего тебе канистр не устраивает? Легкая и прозрачная 5-литровая канистра, вот так. Она меня не держит. А, кстати, вот с этой лодкой, может быть, я с этой не пробовал, может быть. И стой тебя удерживала, почти удерживала. Есть же решение, подожди. Только на стремнение тебя сносило. Подожди, есть же решение. Я увидел, вот где я весла покупал, у них есть якорь гибкий. Вот такая хуйня, как ведерко, да, туда накладываешь. Горловину затянул и пиздец, и привязываю веревку. И он чистый, во-первых, ну, не пыльный, не грязный, ничего, лодку не царапает, второй плюс. А на стоянке его можно как просто, как ведро использовать, воды зачерпнуть. Где это мы? Сейчас мы плывем на северо-запад, 2 километра. Тут какие-то протоки, какие-то, тут, кстати, перекатики будут, вон, раз, два, три, по-моему, так. Потом поворот. Вон, видишь, плесканул еще. Ну покидай, я просто не достану туда кидать. Я здесь вот покидал, бесполезно. Потом еще там перекат красивенный какой-то. Вот там и остановимся, красивенный. Блин, вот я чушку поймал, блин. Только камеру выключил, а думаю, да ни хрена тут нету, что-то плес какой-то начался. А тут тягунчик я бросил. Запутал, сволочь. Дергается еще, не могу его. Нечем оглушить даже у меня его тут. Вот такой кабан, а. Да где он тут? Вот он. Вот, блин. 40 с чем-то, 50 сантиметров длиной печи. Так, как-то его надо в сумку переложить. А потом, чтобы он с этой сумки еще не выбежал. Фу, блин, честно говоря, волнительно очень было. Блин, давай вернемся назад туда. Слушай, вот по этой стороне можно вернуться, здесь течения нет почти. И ветер помогает. Я попробую немножко назад отплыть, а то я потерял время очень сильно. Время без 15:07, начинаются сумерки уже. Мы вроде бы нашли себе место для ночевки с таким перекатом быстрым. Вот, площадка не очень ровная, но можно найти место для двух палаток. Место довольно-таки открытое, там лесочек, там такая гора. Возле той горы, в общем-то, было всего, как после того, как мы переоделись, выплыли, собственно, на течение. Из первого заброса поймалась вот такая вот чушка. Такой вот хариус. Кило 260. Вот. Батарейка садится, я уже не буду ничего менять, сейчас будем лагерь ставить. Вот, запись прекращаю. Всем пока. Один антифашист, другой антифилолог, а третий на войну зовет седлать коней. А тундре все равно, век тундры очень долог. Она лежит вокруг, и это все о ней. А тундре все равно, век тундры очень долог. Она лежит вокруг, и это все о ней.